Где родился, там и пригодился. Как оставить одаренную молодежь в регионах, обсуждали на уровне правительства. Но за круглым столом собралась не совсем обычная аудитория. О проблемах утечки мозгов чиновники говорили непосредственно со студентами Кировской, Саратовской областей, Республик Мариэл и Чувашии. Эти молодые люди, слушатели Малой академии государственного управления, приехали в Чувашию из регионов ПФО в рамках проведения межрегиональной стажировки. Будущие управленцы делятся опытом и ищут новые пути, как оставить талантливую молодежь трудиться на благо малой родины. Где родился, там и пригодился. Я родом из Святской земли, Святского края, и я уверена, что я останусь именно там, потому что я хочу сделать полезно своей малой родине. Те знания, которые я здесь получила, в том числе и по деятельности Малой академии госуправления, мы обязательно будем в своем регионе тоже транслировать. Закрепление кураторов из числа сотрудников органов исполнительной власти вашей республики, они закрепляются за студентами по специальности государственного муниципального управления, и этих ребят курируют на протяжении обучения. Пример умелого привлечения молодых кадров подают несколько предприятий в республике. Эти организации привлекают студентов в основном инженерных профессий уже с третьего курса на практику. Платят им стипендии. К концу их обучения обзаводятся квалифицированными кадрами. Для себя мы почерпнули прекрасный опыт Республики Чувашия о повышении квалификации и повышение переподготовки молодых специалистов, которые потом будут внедряться через специальный региональный проект Республики Чувашия на производство. Чебоксары позиционируют как город, в котором хочется жить, работать, учиться и любить. Кстати, Алла Салаева заметила, что для молодежи самое главное – это любовь. Где она настигнет, там человек и останется. Но программы и материальное поощрение – тоже важный фактор. И мне вообще кажется, что есть несколько мотивов, как удержать молодежь. У нас есть гранты на уровне города поддержки различных инноваций. Если из регионов молодые таланты уезжают покорять столицу России, то еще сложнее удержать молодежь на селе. И эту проблему предстоит еще обсудить не раз. Татьяна Трофимова, Антон Бовк, Республика.